История начинается в 1960 году, когда оперативник Naked Snake был отправлен в Россию, чтобы выследить и убить свою бывшую наставницу, которая перешла на сторону Советского Союза, столкнула Снейка с моста и отдала ядерную ракету полковнику Волгану, который направил ее на Россию, чтобы подставить США. Да, военные это не одобрили. Крадучись и питаясь змеями, Снейк пробирается сквозь джунгли и сражается с русской версией Людей Икс. А, ну еще с револьвер-отслотом, но он такой ублюдок. В общем, после уничтожения прототипа Metal Gear, Снейк убивает босса и возвращается домой в качестве национального героя и получает звание Большого Босса. Но оказывается, что босс была двойным агентом и была пожертвована, чтобы их прикрытие не было рассекречено. Большому боссу не понравился этот обман, поэтому он покидает Штаты и начинает собирать солдатов как покемонов в Центральной Америке, чтобы создать армию наемников. В 1995 году оперативник-новичок Solid Snake отправлен во внешние небеса, чтобы спасти ученых и уничтожить Metal Gear. После сражения со смешными боссами, Снейк берет C4 и уничтожает Metal Gear. Оказывается, за всем этим стоял Большой Босс, который хотел сделать внешние небеса мировой сверхдержавой. Снейк побеждает Большого Босса, сваливает, а база взрывается. Большой Босс не умеет учиться на своих ошибках, поэтому то же самое происходит в Занзибаре. Только на этот раз он был побежден навсегда. Наверное. Но теперь, в 2005-м, Снейка вынудили уйти из отставки. Сможет ли он спасти президента Армтек, главу Дорна и остановить Metal Gear? Кто такой Liquid Snake? И чьи это следы? Упс, веселитесь. Перевел и озвучил таракан специально для Separate Gamer.